Стоит только подсознанию воспринять какое-то убеждение или идею, независимо от того, верна она или нет, как оно начнет методично вырабатывать мысли, подтверждающие это убеждение. Предположим, вы неосознанно считаете, что установить отношения с особой противоположного пола весьма непросто. Укоренившись, это убеждение будет питать ваш мозг мыслями типа «Я никогда не встречу человека, который бы мне понравился. Невозможно найти хорошего партнера. Отношения всегда нестабильны» и так далее. Стоит вам встретить интересного человека, как ваш мозг начинает. Он, наверное, вовсе не так уж и хорош. Не стоит даже и пытаться, все равно ничего не получится. Или она никогда мной не заинтересуется. Более того, ваш мозг, в котором укоренилось убеждение, что очень сложно установить прочные отношения, будет как магнитом притягивать ситуации, подтверждающие это утверждение, игнорировать или даже отталкивать ситуации, доказывающие обратное. Мозг способен искажать восприятие действительности, чтобы привести его в соответствие с вашими взглядами. Вы считаете себя никчемным? Или плохо зарабатываете? Вы верите, что притягиваете болезни? Ваш мозг найдет неопровержимые доказательства этих убеждений, и вся его деятельность будет направлена на то, чтобы еще раз подтвердить это. С другой стороны, стоит вам поверить, что вы победитель, или что из всего можно сделать деньги, что вы обладаете отличным здоровьем, и сразу вокруг обнаружатся реальные доказательства этих убеждений. Я вам отвечаю, найдутся реальные доказательства. Ну не я отвечаю, Джон Кэха отвечает. Книга называется «Подсознание может все». Вот как-то так.